Джаз, блюз, фолк, бардовская песня. Жанр своих песен Вероника Блучева называет не иначе, как коктейль. Завтра россиянка, которая 20 лет живет и поет во Франции, даст единственный концерт в окружной столице. Сегодня же она выступила перед воспитанниками окружной школы искусств. На импровизированной репетиции побывал Иван Колесников. Да, красить я могу без остановки. Полчаса, час, пока я на концерт не выйду на сцену. Поэтому лучше, наверное, меня остановить, потому что там до неузнаваемости могу накрасить себя. Такое французское кокетство совсем не врожденное. В 13 лет мама подарила ей гитару. Выбор профессии после этого был предопределен. На распутье она оказалась лишь после окончания музыкального училища. Так ижевская девочка начала превращаться в парижанку. Не имея 20 лет, крылья и желание жить и творить, как-то попался случай. И я уехала, не сожалея об этом ни разу даже. Но гордится тем, что сохранила российское гражданство. Из каждой ее композиции струится любовь. Любовь и преданность. К мужчине, родине, Парижу. Именно с песни о самом древнем квартале французской столицы Вероника начинает каждый свой концерт. Она поет и на родном языке, и на французском. Когда ее музыку называют джазом, считает это комплиментом и признается, что до сих пор не может определить его жанр и сравнивает с коктейлем. Песни с элементами джаза, блюза, фолка и, скажем, поэтической, бардовской словесности, скажем, поэзии. Человеку с такой судьбой и профессией не привыкать к путешествиям. Однако Анадырь не просто точка на карте Родины. Выбор столицы Чукотки не случайен и вновь связан с подаренной гитарой. Ну, тут разгадка очень проста. Разгадка для меня, может, для вас это, конечно, новость. Вот моя Эмма Николаевна сидит, мой любимый человек. Когда-то мне давно подарила гитару, которая мне открыла жизнь. Вольная я птица, вольная. Как человеку, рожденному в СССР, говорит Вероника, ей одинаково приятно петь и в концертном зале, и на кухне. Но, как французская певица, она, конечно же, выбирает аншлаг. А потому приглашает всех прийти на единственный концерт, который состоится завтра в подарок Анадырю. Иван Колесников, Юрий Барышев, служба информации.